Друзья, тут на медне вечером стало известно о новом рекордном пакете военной помощи Украине на 3 миллиарда 75 миллионов вечно зеленых американских долларов от солнечных США. Так чтоб не затягивать, то вот список того, что дают. 50 боевых машин пехоты Брэдли с 500 противотанковыми ракетами ТУ и 250 тысяч боеприпасов к орудию калибра 25 мм. 100 бронетранспортеров М113, 55 минозащищенных транспортных средств МРАП, 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности типа Хамви, 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин снабжения боеприпасами, 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. 500 высокоточных, также 155-мм артиллерийских снарядов типа «Экскалибур» или «Влад», 1200 155-мм снарядов дистанционного минирования противотанковыми минами РААМ, 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 тысяч артиллерийских снарядов к ним, 10 тысяч минометных снарядов калибра 120 мм. Дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Хаймарс», ракеты ПВО «Рим-7С» «Спароу», 4000 авиационных ракет «Зунни», примерно 2000 противотанковых ракет, снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию, противопехотные мины «Клаймор», приборы ночного видения и оптика, а также запчасти и другое полевое оборудование. В общем, ребят, очень крутой рекордный список вооружений. Брэдли будет 50 штук. Ракеты к «Хаймарс», куча бронетехники, ракеты к ПВО, ракеты для авиации, мины, пулеметы и так далее. Так что, в этот раз солнечным США, как мы любим говорить, не просто зачет или зачетище, а зачетище в квадрате не меньше. И, друзья, не забываем распространять видео там, где только его можно распространить, лайкаем, подписываемся на все, что можно под роликом, и помогаем нашему каналу стать еще больше для охвата еще большей аудитории, потому как шось не то происходит с хитрыми алгоритмами и соответственно просмотрами, и помогаем нам достичь 150 тысяч подписчиков до конца месяца.